В водосточных трубах ветер тихо выл. Я по пешка в стриту с ножичком ходил. Вдруг смотрю, чувиха классная вообще. Ну, в принципе, ничего себе, и в нейлоновом пиджаке. Я ее за липень взял одной рукой. Говорю, в натуре сумочку открой, а не то тебе я перышко воткну. Я таких чувих, как ты, зарезал не одну. Только ножичек вытащил посреди двора. Сразу на этот шухер налетели милиционеры, руки заломали, вынули перо. В общем, все отобрали и устроили допрос. Помню мать-старушку, все ее слова. Статью 206 Кодекса уголовного. Сейчас сижу на нарах, в потолок плюю, вместе с корешками песенку пою. В общем, ребят, вот это ждет вас в следующем шансоне на 17-тысячнике, но уже с фонограммой. Спасибо. Мы готовились, да? Да, готовились. Я таких чувих, как ты, зарезал не одну. Только ножичек вытащил посреди двора. Сразу на этот шухер налетели милиционеры, руки за водосточных трубах, ветер тихо выл. Я по пешка в стриту с ножичком ходил. Вдруг смотрю, чувиха классная вообще. Ну, в принципе, ничего себе, и в нейлоновом пиджаке. Кодекса уголовного, сейчас сижу на нарах, в потолок плюю, вместе с корешками песенку пою. В общем, ребят, ломали, вынули перо. В общем, все отобрали и устроили допрос. Помню мать-старушку, все ее слова. Статью 206-ю. Я ее за липень взял одной рукой. Говорю, в натуре сумочку открой, а не то тебе я перышко воткну.